как выбирать и наносить парфюмы. Разница между одеколоном, туалетной водой и духами заключается в концентрации эфирных масел. В одеколоне содержится всего от 3 до 5%, в туалетной воде от 7 до 10%, а духи включают в себя 20-30% эфирных масел. Как пользоваться парфюмом? Наносите его на более теплые участки тела, на запястье, обратную сторону локтя, ключицу, грудь, шею. Достаточно выбрать 1-2 участка. Если наносите духи на запястье, ни в коем случае не втирайте их в кожу, так вы убьете запах. Достаточно легкого прикосновения одного запястья о другое. Помните об основных правилах. Не перебарщивайте. Не наносите туалетную воду или духи на одежду, ведь аромат раскрывается только на открытых участках тела. Советуйтесь с окружающими, это поможет укрепить ваше решение при выборе парфюма.